Кафе «Марина», расположенное на проспекте Нурсултана-Назарбаева, начали реконструировать осенью 2019 года. Люди говорят, что собственники пообещали им оставить проход между домами и не строить помещение кафе впритык к их окнам. Но на деле все получилось наоборот. Окна нам замуровали, прям не спрося нас, заживо. Все закрыли. Сейчас вот приехали мы, не пускают на территорию, до этого хоть пускали. Вот просьба помочь, чтобы свет попадал в окна, чтобы воздух попадал в окна. Помогите, пожалуйста, нам, примите меры. 83-летняя жительница дома возмущена тем, что проход между многоэтажными домами оказался закрыт. Очень плохо, над нами издеваются. Во-первых, будет идти вся вода по стенам в подвал. Мы этому очень обижены. Люди обратились к правозащитникам с просьбой дать юридическую оценку строительству. Грубейшее нарушение норм архитектуры, градостроительства, земельного законодательства. Жители активно возражали, обращались в различные инстанции. Но сейчас, вы знаете, все ссылаются на указ президента о том, что проверка, всякие внеплановые проверки прекращены. В отделе архитектуры и градостроительства подчеркнули, что разрешение на возведение здания было получено. Проект согласован со всеми органами. Здание возводится в тех же параметрах, как и ранее было существующее здание. Есть эскизный проект согласованный, есть рабочий проект. Данный рабочий проект прошел экспертизу, получено положительное заключение на него. После этого было сдано уведомление. И на основании этих документов на данный момент осуществляется строительно-монтажная работа. Отметим, что ранее предприниматели получили все необходимые разрешения на строительство от жителей, ведь кафе функционировало несколько десятилетий подряд. Роман Копняев, Айбулат Джигипар, Александр Грабарев, ТДК-42.